Всем привет, с вами Никита, Артем Скетч, и мы решили сделать охеренное шоу для Мурманска. В чем суть этой всей темы? Вы кидаете нам заявки после этого первого выпуска, мы выбираем из вас ребят достойных, крутых. От вас нужен текст и бит. С меня съемка мини-клипов, с него сведение. Сведение с него, потому что мы всех хотим уравнять. То есть вы приходите, с меня съемочка всегда такая же. И с него сведение всегда такое же. Выпуски будем делать ежемесячные. Сегодня у нас в гостях, получается, Гэри Пи, Каспер и... Апер. Они не по заявкам. Первый выпуск, ну, можно сказать, пробный. Как все эта тема зайдет. Мы просто позвали сниматься. И я думаю, сейчас захочет дофига кто сниматься именно из наших тоже корешей. Поэтому сделаем так, что будет на выпуске два по заявкам и один приглашенный гость. Мне кажется, это будет прям оптимальненько. А то все начнут это курагозить, типа, чё там, пацаны снимаются, заявки не идут. Поэтому заранее говорим, будем делать так. Короче, в двери студии Quiet Room уже ломится рэпераж, чтобы поучаствовать. Да, чтобы тоже вы их увидели в кадре. Первый у нас получается Апер. И он сделал трек, на самом деле, я не слышал это других треков. Ну, в таком стиле. Как это вообще, дэнс? Модный звук. Сделал модный звук, парень. Второй у нас... Не вменяем. Эйл, сука. Ну как ты вообще трек пишешь? Почему ты решил писать звук? Нига в детстве насмотрелся, короче, клипы были все такие прикольные. Я подумал, что это нормальная тема, как бы канает, короче, вот я здесь. Видите, у нас Гэри Пи. Мафокес. Он только недавно, про это можно говорить, что ты недавно вернулся? Да, вернулся. На 61 сантиметр. Только пацан отсидел ходку в 3 месяца. Из него было бы 50. 3,5. 3,5 месяца. Смерим мощен. Чё, это повлияет на твой твор? Как Рома Жиган будет. Никак не повлияет. Я хотел круто, так и буду делать круто, мне похуй. У вас, стоп, у вас же еще альбом сейчас выйдет, который... Сколько уже будет альбом ваш? Кстати, вот, мы сняли пацанам клип, и должен был... Вот вы видели клип, давно видели клип, а должен был через сколько после клипа, через неделю в альбом выйти? Две недели. Пошло полгода. Слишком мощное дерьмо, короче, получилось, пацаны решили его еще... максимальнее сделать. Уплотнить его решили. На самом деле мы... Спрессовать говнецо решили, пацаны. Просто все стоит на месте, поэтому... Мысли на месте. Какая цель вашего творчества, ребят? Я же сказал, читать на районе рэп. Пацанам, своим. Ну, что просто люди слушают. Как типси-типа. С кем бы вы хотели записать фильм? 53 сантиметра. Я бы фитонул с типси, мне похуй. Да, я тоже с типси. Это было бы очень круто. Савелий. А ты, Лев? С Тимати, конечно. С кем мне фитовать еще? Бля, Картрайт, хочу с Картрайтами еще, брат. Индайс, Андеграунд, сука. Да, ты с Первомайки тоже. С Первомайки, брат, там опять раз Первомай. Да, мы оттуда же. Сука, хочу. Только страны разные. Вам вообще понравилась движуха-то, которая намутилась? Ну, понравилось. Вы сейчас сидите. Хочу похвастать тебе, что на халяву все, вот то, что понравилось. Ты что, смотрит вообще какой-то пацан, тоже вот думает, бля, тоже хочу себе. Что вы ему скажете? Типа бот, брат. Делай плотный хип-хап и все. Да, делай сильный, ты будешь в теме, короче. Даже если на нем будут заплатки. Ну мы тебе заплатим. Я могу тебе... А, по районам же движуха есть, типа, там одни рэпера, там другие рэпера. Ну да, не два дня. East и West, понял, типа, хлопаются. Ну вы чисто первомайские, получается. Мы очень первомайские. Мы основа первомайки. Других за первомайку мы основа. Мы мега первомайские. В рэпе, в смысле. Других я не хочу, знаю. А вот с Ленинского, с Октябрьской, с Песновка, кого вы хотели увидеть, чтобы тоже с ним видосик вышли? Так же выпуск посмотреть? Я бы Шиша посмотрел. Шиша. Как его, я, Шиш, ну вообще не пацаны. Ну, а так, а кого реально с Октябрьского, с Ленинского? Я хуй, как раз, Октябрьского. Запас. А какого он районе? Йогас. Йогас, кстати, у нас совместка, брат, должна была быть с ним. Я бы позвал бы Никитикитави. Это вообще мощный. Да, тоже мощный чел вообще. Что с бегом? Я не знаю. Это... Который с вайп-хантером батлил на 140 BPM. А, вайп-хантер Мехтаун, да? Да. С молочкой, да, он был, да? Да. Но они октябрьские не видят, но да. По-любому тут будет с проектом. Положи, кстати, Краснопольский, если бы фитонул. Да, Олежа тоже надо сюда. Дебильная гильотина это, как его, незримый. Незримый Лев, да. Ну, тоже с ним Джамоу клубе тоже бешеный такой. Не, ну, пацаны с квартала вообще не обсуждается, конечно. Да, это Первомайка, да, основа. Если Ленинский октябрьский, я хуй знает, кто там вообще делает.
Хэштег. Причем мне надо хуйню доставить. Да. Решета на окна, просто не люблю решетки на самом деле после последнего. Йоу. Надо просто, знаешь, что замутить, чтобы, блядь, разобраться, это русский или английский буквы? Да русские буквы! Суки, блядь. Давай так, буквы, сука, русские. Русские. СМ это русские буквы. В общем, все, ждем вашей реакции на сегодня. Все, до свидания. Приходи на Quiet Room, записывайся. Снимаю, за бабки унитазы, видосики. И все. Мы их синхронизируем. И никогда не смотри 5S1M. Make move. Никогда. Если тебе нет 18. Make move. Да, move, move, сука. Пуф, пуф. Сядь на пуф. 15-летний девочка. Все?